che arrivano a abbastanza alta velocità, questo tunnel bestiale, questo inquinamento qua, con i mitici Kamaz russi, c'è di tutto su questa strada. D'altronde è l'unica strada per andare sulla costa, quindi usciti finalmente, c'era qualche incidente di qualche idiota qui. Lavori in corso, incidenti, c'è tutto a Sochi. Incidenti come al solito. L'odore, mamma mia che odore, ho bruciato lì dentro. E purtroppo ormai fa buio, quindi dovevo farmi registrare tutta la strada verso il lungomare, però vabbè. Comunque guidare da Murmansk a Sochi è stata un'avventura assolutamente incredibile, che siamo allo svincolo now, o si torna a Sochi o si torna a Luga. Ma è la stessa cosa di Murmansk, andiamo là dove ci devo andare. Sono 24 gradi, la macchina segna 27. Ok. Ora veramente goodbye. Ah, qui dove siamo arrivati, già, eccolo qua. Qua dove siamo arrivati, mi sembra. Goodbye Sochi. Вопрос сайтов нашего на радио.ру пришел. Дмитрий, я хочу узнать, будете ли вы присутствовать на концерте Димы Билана? Вы знаете, ну если Дима или Яна Мельковская меня пригласят, то, конечно же, буду присутствовать. Еще несколько смс-сообщений на русской радио. Передайте, пожалуйста, от моего друга, мужчинка, сейчас нет. А, вот для моего друга. Андрея, большой щенок, привет, я вот тебе. Все, рекламай. На земле почти поляне, в лесу что ли? На море. Вокруг зелень, тишина, центр недалеко. Так, видите, все мужчины на Сочи. Готовы к квартире с документами, не дорого. Видео континуо. Родителям купили квартиру. Балам по вечину, брова. И у вас жилой комплекс «Земляничная поляна».
Questa è la prima volta di tutto questo viaggio che rifaccio la stessa strada per tornare indietro, è la prima volta. Sicuramente tornare sulla stessa strada vuol dire tornare indietro, Filmiamo finché si può. I guli tra poco, queste non le vedremo neanche più, queste Lada. Sono un bel ricordo. Доставит груз в любую точку Сочи и края на грузовых автомобилях «Газель». Недорого, быстро. Грузы «Приволжский Бурлак». Звоните 34 13 34 34. Ищите овердрайв. Практичная. Стильная и красивая. Попробуем метр на секунду. Щеклик нет персонала, не только. Любые модели и размеры. Магазин «Топ Текстиль». Сочи, Горького, 89. Адлер, торговый центр «Зима». Телефон 64-64-79. Сложно цвета и материалы. Качественные фоны. Оригинальные дизайнерские решения. Но при этом качественно и недорого. Кухни «Фольксмастер». В филиале торгового дома «Товары из Германии». На территории торгового центра «Олимп». Страда di merda come al solito, oh, un altro casino, oh, che palle. 190 rubli, rolla California, 220 rubli, звоните 39 39 89. Lito продолжается. Когда у оппонента кончаются аргументы, он уточняет национальность. Телефон рекламной службы «Русское радио Сочи» 91-92-73. «Русское радио». Все будет осенью хорошо. Questo è il Caucaso, stiamo andando verso nord e a est ci sono paesi come la Cecenia, il Pakistan e tutti quegli altri del cazzo. Abbiamo questo camion 199 di Mosca, poi torniamo dal cazzo magari, riusciamo a fare un po' di chilometri. A metterci in mano, dovrebbe esserci una doppia corsia adesso per il sorpasso, appena possibile sorpassiamo.
Eccolo qua. Fortunatamente lungo le strade ce ne sono molti di questi questi passaggi dove poter solo passare. Ti permette di tirarti via dal cazzo i camion e gli autobus. Ecco, ecco, eccolo qua l'idiota. Minchia di cazzo. La cazzo di figuri. Южный федеральный университет проводит набор слушателей на базе высшего образования для профессиональной переподготовки по специальностям юриспруденция, экономика, управление. Срок обучения 1 год. Выдается диплом государственного образца. Телефон 520-924. Автомагазин «Старт». Ой, 2 ore abbiamo fatto, appena 8.000, sono 12 км in 2 ore. 12 км in 2 ore, sì, esatto. Хочешь скорости? Поймай ветер. Хочешь яркости? Иди по звездам. Пробуешь менять мир? Найди точку опоры. Не упусти все и сразу. Форд Мондео. Большой, мощный и неповторимый Форд Мондео. От 699 000 рублей. Широкий выбор комплектаций в ТЭП Авто. Сочи, Подольское шоссе, Мамайский перевал. Телефон 66-77-44. Цена является минимальной, исходя из объема двигателя и комплектации. Цена действительно на кармане июня 2011 года. Как иногда полезно быть вредным. Телефон рекламной службы «Русское радио Сочи» 91-92-73. 91-92. «Русское радио». Все будет осень. Vediamoci da fare un po' di soldi, benzina.